Всем привет, всем здрасте! Сегодня я вам расскажу про питерский бренд одежды под названием Антитер. Но перед тем, как начать просмотр, подпишитесь на мою группу ВКонтакте, ссылку я оставлю в описании. Мы начинаем и продолжаем нести правду и как-то пиздобольство на все, значит, интернет-площадки. И, пожалуй, начнем. Бренд Антитер возник в Санкт-Петербурге в 2007 году. Создателем бренда является Никита Яруцкий. Он начал с простых вещей, вроде футболок и удлиненных худи. По его словам, у бренда не было задачи совершить модную революцию. Хотелось просто делать комфортные шмотки, в которых можно было бы удобно кататься или рисовать граффити. Кстати, логотип компании Антитер нарисовал Дмитрий Аски, идейный вдохновитель и один из основателей Code Red. Неудивительно, что философия двух марок так схожа. Несмотря на общее у муравьеда, для простоты я буду называть марку так. Своя идеология. Чтобы ее понять, достаточно посмотреть на их коллаборации. Сайкон, Adidas Original, Спутник и другие. А какие именно продукты получились вследствие их коллабораций, я расскажу позже. Ребята сосредоточены в первую очередь на интересных идеях, на работе с людьми. Понимая, что очень сложно сделать что-то новое в плане моделей и конструкций, Антитер ищет вдохновление в интерпретациях. Не нравится одежда, может понравиться пиво? Подумал муравьед, и не так давно вышел их совместный IPA, совместно с екатеринбургской пивоварней Джефф. Умеете, могете. Бренд показывает свой свежий взгляд на различные субкультурные тенденции. Чуть не забыл, а какие именно продукты получились вследствие их коллабораций, я расскажу позже. Настало твое время. Давайте посмотрим на получившиеся продукты этих фирм. Первая коллаборация между Сайкони и Муравьедом. Были созданы три пары кроссовок. Первая модель называется Jazz, созданная в 2011 году. Вторая модель The Nature of the Beast, созданная в 2013 году. И последняя Say and Send 2014 года. Спутник 1985 и Антитер. Результатом данного сотрудничества стала коллекция «Ваша карта бита». Встречайте Adidas Original. Уникальные кроссовки The X-Flex с авторскими принтом от бренда Antitor. Как вы уже поняли, одна из главных уникальных черт продукции этого бренда можно назвать тот факт, что дизайнеры Antitor не гонятся за необычным фасоном. И фишка заключается в том, что они делают неповторимые принты. В разработке тех или иных предметов одежды, выпускаемой маркой, принимают участие не столь люди из мира моды, сколько люди непосредственно связаны с уличной культурой. Это графичики, уличные художники и прочие творческие личности, связанные непосредственно со стрит-артом. Теперь самое интересное. Цена и где можно купить. По цене давайте зайдем на официальный сайт, и вот вы можете наблюдать цены на товары данного бренда. А если у вас возник вопрос, а есть ли в моем городе магазин с этим брендом, то здесь я вам могу помочь. Просто зайдите на этот сайт, ссылку я оставлю в описании, и на нем вы можете видеть все магазины с этим брендом одежды. Как говорят у нас USA, thank you very much. Не за что. А если вам понравился данный видеоролик, поставьте ему лайк, подписывайтесь. С вами был Картовый Блог, и до скорого.